Новоград в Чебоксарах. В День республики в микрорайоне Новый город открылся детский сад на 160 мест. За один год здесь вырос Новоград со своими улицами, домами и жителями. Так называется 205-й детский сад. Сегодня малыши отмечают новоселье. Музыкальные и физкультурные залы, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок – все, как и во многих детских садах. Но Новограду есть чем удивить дошколят. Здесь открылись кабинет 3D-моделирования, цифровая и химическая лаборатории – все по-современному. Этого требуют и новые образовательные стандарты, в числе которых обязательное знакомство с профессиями. Вместе с детьми на открытие пришли и родители. Это по их просьбе здесь началось строительство важного социального объекта. Мы вместе с вами в постоянном диалоге находились, находимся и будем находиться. Потому что мне лично нужна обратная связь для того, чтобы минимизировать при принятии и политических решений, и управленческих решений, чтобы минимизировать ошибки. И у нас на самом деле получается. И тем самым создается благо для всех нас и прежде всего для наших детей. В Чебоксарах в этом году открылся уже второй детский сад. В августе ко дню города распахнут свои двери еще два. В микрорайонах Альгешево и Радужный. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика.